И продолжаем проходить локацию подземья. Первая глава у нас уже сделана, осталось еще три. А сколько у нас этих других локациях подобных? Катаклизмских было глав. Здесь было 9. А здесь еще 4. Какая-то короткая, непонятная локация. Так, нас отправили сюда. А, я, кстати, нашел все, на ком хочу полеты тут использовать. Но как-то попугай был такой не очень, а вот... Не выделяющийся, непримечательный ничем дракончик. А, всего лишь смертокрыл. Ну, это ледяной смертокрыл. Лазурный ледокрушитель миров. Ведь, по идее, есть и обычный смертокрыл, на нем тоже можно летать, но... как и этого дракона, по-моему, нельзя уже получить. Ну, летать тут приходится прям много, то есть без полетов я попытался. Хотя вот здесь вроде можно было без полетов подняться. Бля, здесь, кстати, реально как будто бы лесенка есть. Вот такая. Блин, в предыдущих просто местах не было возможности без полета вообще никак как будто бы пробраться. Пришлось прибегнуть к полетам. Так, что у нас тут происходит? Вообще надо вспомнить, что нас сюда отправили. Нас отправили сюда из-за сумеречного молота, да? Кто-то, я уже даже не помню кто. И что нам надо? Врата мастеров исследованы и планы врат мастеров. Какие-то врата, какие-то мастера. Пойдемте разбираться. Похоже на врата. По-моему, в низине Шалазар такие же, да, стоят. Может быть, еще где-то. Так, а ты кто, сумеречная оружейница? Я мне должен упасть планы врат. Давай, планы врат. Не отдала. Возможно, у нее их не было. Кстати, штуки были в сумеречном этом, да? Ой, в сумеречном. А, на горе Хиджал. Что-то я такое помню. Не помню, что это, но что-то такое было. Так, сектанты сумеречного молота вырыли огромную связующую спираль. И, кажется, пытались активировать ее. Вырыли? Вырыли ли? А, я могу воспользоваться? Вообще, телепортировать вроде как должна. Видимо, еще не успели активировать. Так, а мы планы не добыли. Нужны планы. Блин, у меня кнопочки не выставлены на этом. А, для драконьих полетов. О, планы. На их страницах одна билиберда. Угу. Нас это устраивает, мы возвращаемся с этой информацией. Тут еще какой-то квест, ну ты вроде уже на помощь каменному очагу, это что-то другое. Не понял? Кто огр? Сагрился, что-то. Жизнь, кстати, огромный был. То он увеличенный, то он под чем-то. Не. Хотели, короче, сдавать. Блин, какие же читы эти драконьи полеты. Прям очень быстро возвращаемся, прилетаем куда-то. Ава, я уже здесь. Мне даже квесты не успели прогрузиться. Насколько я быстр. Так, нам куда-то... А, Лига Исследователь нам давал. Да, все, вспомнил. Здесь была Лига Исследователей, они какие-то квесты надавали. Привет! А, связующая спираль, они роют связующую спираль титанов. Крепко держись на ногах! Ну да, роют. Доброго денечка. Эти планы, ключ ко всему. Эти? Я их еще не видел. Я, видимо, не видел, что мы ей принесли. Мой смотрит на принесенные вами планы. Но это просто какая-то тарабарщина. О чем тут говорится? На каком это вообще языке? Еще. Мы не понимаем, что там написано просто. Простая дешифровка. У нас нет инструментов, чтобы расшифровать эти планы. А у сумеречного молота есть. Не будешь ли так любезно отнести планы туда и пропустить их через одноразовые дешифровальные устройства? Одноразовые? Кто это? Очень хорошо. Зашифрованные планы. Пропустите их через одноразовую дешифровальную машину. Почему одноразовые? Приятно познакомиться. А, победить огонь, воду и воздух при помощи... А, видала там одного незатыкающего кретина? Это не кто иной, как Хазен Каул, их предводитель. Человек, у которого крыша поехала от силы, которую он тянет из элементалей. Из-за этой силы победить его почти невозможно. Думаю, в борьбе с ним тебе поможет только одно. Сначала убить всех элементалей, взять их обереги и получить защиту от магии разных стихий. Они защитят тебя от заклинаний Хазена. Ну, по крайней мере, от многих. До скорой встречи! Окей.
Ты, видимо, где-то на другой высоте, да? А вот мне интересно даже, а где вход здесь подземелье? Здесь где-то подземелье. А где в него вход? Снизу? Здесь есть нижний уровень? Показывает то, что четко сюда, но здесь ничего нет. Ну, как будто бы других высот здесь тоже нет. А по высоте он что говорит? Мы на нужной высоте, как бы. То есть, если выше-ниже, то не совсем высоко или низко. Что-то такое, не верится немного, да? Не, я ничего не вижу, никаких входов. Разве что сверху, может быть. Каменные недра. Сверху есть что-то? Стал, ничего нету. А-а. Непонятно. Так что, возвращаемся сюда опять. Это кристаллы. Что нам интересно? Нам интересно одноразовый дешифратор. Да, это штука дешифратор. А что-то было такое, я помню, в горе Хиджал, но я не помню, что мы с ней делали. Давно уже это было. Планер расшифрован, одна шестая. Вход на 6 страничек, из-за того, что эти штуки по одной страничке расшифровывают. Сокращенный элементаль воздуха, ты мне нужен? Огня, воды, воздуха, согласен, нужен. Поберег собрать себя воздушный. Ой, а что это такое, кстати? Закон карм. В течение 10 секунд поглощает получаемый урон в объеме до 50% вашего максимального запаса здоровья. И перенаправляет 70% урона на противника. На 7 урон, а сил природы в течение 6 секунд. Жесть, у меня такая кнопка все время была. Первый раз что-то я увидел. Первый раз я заюзал. А где мой оберег? А, получен. В бафы куда-то прыгнул или что? Защита от магии воздуха. Ага, понял. Чё там? Эта штука в ногах у меня появилась. Ладно. Здесь никто не резнулся, воспользуемся. Ну, все остальные дешифраторы уже охраняют. Длинный шар. Так. Лейн уже расшифровали. Интересно, какой способ расшифрования не используют. Чего не надо на разовые расшифраторы эти? Мой шарик, да, это который хилит, по-моему. Вроде еще у этих, как их, охотников на демонов тоже есть какие-то шарики, когда они бьют мобов, из них выпадают. Они могут ими хилиться. Маунт. Произаюзал. Так, а где, кстати, вот мы одного элементаля убили? Воздушного. Они убили огненного и водного. Давайте в их направлениях двигаться. Зато и дешифратор где-нибудь по дороге надыбаем. Кстати, ага, кристальчик. Понял, как увидеть издалека эту штуку. Там где-то, да, еще один кристальчик. Понятно. Укращенный элементаль огня. Блин, у меня кнопок здесь никаких нет. Не открывается. То есть мне нужна кнопка, чтобы бить, а мне ей не дают то, что нельзя открыть во время боя. И как мне драться? Дайте хоть какую-то кнопку, накатирующий удар. Что там вообще использую на 1, 2, 3? Кувырок? Нет, не кувырок. Этот? Еще какая-то там кнопка была. А, я по картинкам их не помню. По названиям, кстати, тоже. Ну, ладно, хотя бы так. Было хоть что-то. А, лапа какая-то была. Окей. Поищем лапу. Куда? Так. Плюс один. Можно из боя выпустить? Лиз.
спасибо. Так, лапа какая-то. Какая-то лапа. Лапа, 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 не вижу никаких лап. А, вот лапа тигра. Ой, расклик. Урен. Рок. Иди трав покушай. Попадает он тут. Найс. Так, последний этот, и нам нужен главный. Стоп, дешифратор, я забыл про них. Чел. Мне нужен твой дешифратор. Все, последний есть. Простая дешифровка, ну-ка. Ага, вот оно что. Они собираются захватить Ульдум. Плохо то, в Ульдуме на платформе Творца есть пирамида, которую можно использовать как оружие. Такое оружие, которое способно уничтожить все живое в Азероте. Жесть. Может, не надо? Неверная последовательность. Наша цель не допустить, чтобы сектанты Сумеречного Молота пользовались связующей спиралью. Это можно сделать только одним способом. Введи неверную последовательность активации и разрушь спираль. Так-так, посмотрим. Вот, есть такая. С ней спираль откроется на огненные просторы. В огненный мир элементалей. Это отлично сработает. Угу. Неверная последовательность. Да хватит мне нападать. Дворфа, блин. Ой, блин, дайте пройти к элементалю. А, я, кстати, вижу. То есть это у нас воздух, да? Это у нас огонь вокруг меня летает. Нам нужен теперь последний, это вода. А что он такой огромный? Под чем он? Иступление, понятно. Кстати, есть эти классы, которые умеют снимать иступление. Охотники, по-моему. Может, еще кто-то умеет. Дебафы, так сказать. Они бесконечные, вроде бесконечные. Мы так долго идем к этому элементалю последнему. Опа, перекатик. Так дался элементаль, что он там засуетился. Вроде еще стоит. Так, ну-ка иди сюда. Все, готов, последний. А, тоже летает вокруг нас, ну ладно. И он, может, еще какой-нибудь эффект прикольный будет. Так, пойдемте главного убьем, пока у нас на штучки бафающие нас висят на нас. Так, нам куда-то туда наверх. Сюда. Будто бы сюда, ну да. Короче, без полетов тут никак. Элитник, но у нас мы как бы готовы к элитнику. И не достают тебя. Спускайся. Вроде бьет не больно, а мы бьем больно. А что эта штука, если это читы? Слишком читерная штука. А нахер, если эта штука, конечно, какие-то супер имбовые. И он, что, моя воздушная магия не действует на тебя? Моя огненная стрела не помогает, но не переживай, самоуверенный червяк. Я все равно убью тебя. Вы все погибнете. Разбив источник вечности, лорд Смертокрыл нарушил защиту Ульдума. Приготовьтесь, скоро мы... пройдем через священную спираль. Бля, мы еще не были в Ульдуме. Это в Климдоре, который, да? Да. Блин, хочу сюда. Наверное, сюда в последнюю очередь пойду. Мне в эту локацию больше всего хочется. А, это, так сказать, на вкусненько оставляю напоследок. Так, и нам перешифровать надо, да? Последовательность заменить. Они в Ульдум хотят через эту штуку попадать. А мы им поменяем, чтобы они попадали в огненный простор к Рагнаросу. Правда, было бы, конечно, прикольно, если бы Рагнарос там их сожрал, да? Ой, нет, Рагнарос не сожирает, он, наверное, сжигает. Ну, короче, у них проблема в том, что они в сговоре с Рагнаросом. На одной стороне, так сказать. Так, юзаем. Все. А, что-то огонь пришел. Это она взорвалась, или это из огненных простор огонь депортировался сюда? Непонятно. Ну ладно. Нам это все не интересно, мы никуда там телепортироваться не планируем. А чё, бафы так и останутся? Или они сдадим квест, пропадут? Ой, не сюда. А по центру это портал? Нет, не портал. Хотел туда взлететь уже.
Так. Рада встрече. Победи огонь, воду, воздух и при помощи... Отлично. Кстати, не хватало земли, да? Отлично. Детишек теперь будет одним ночным страхом меньше. Да и у нас больше не будет болеть о нем голова. Ну а теперь давай посмотрим в этих ящиках. Думаю, в них найдется награда для тебя. Крепко держись на ногах. Привет! А невероятная последовательность. Ты сделала это. Ты узнала, что затевает сумеречный молот. И тут же помешала им. А Мови поднимается на цыпочки и целует вас в щеку. Уверена, у меня здесь найдется что-нибудь для тебя. Она начинает рыться в своих вещах в поисках награды для вас. Печатка звездных высей. Пока-пока. Это не пирамида. То, что стоит на террасе Творца в Ульдуме, совсем не пирамида. Это гигантская машина, которую можно приспособить для чего угодно. По желанию Смертокрыла, служители культа Сумеречного Молота должны были переделать ее в гигантское орудие, Китана, и через порталы сообщи об этом Харрисону Джонсу в Штормграде. Он знает, что делать. Штормграде? А можно и не надо. Не хочу в Штормград. Ладно, тут портал недалеко был. Харрисон Джонс. Эй, Харрисон Джонс. Видите, это не тот, который погиб? Не было такого? Или там кто-то другой был? Харрисон Джонс. Это не тот, который в Хардстоуне говорил этому месту в музее, вот это вот все, не? Я просто помню, что в Бёрнинг Крусейде был какой-то... Привет тебе. Мне кажется, это он был. Короче, был ролик, где в этом... В рейде. Это не здесь. Здесь вот, в Зуламане. Там, по-моему, его убили, не? Или там не убили его? Ладно, неважно. Харрисон Джонс, так Харрисон Джонс. Так, я на всякий случай Хардстоун там поставил, мало ли это. Ну, вообще, у нас, наверное, есть портал в подземье же в Штормграде. Что в целом мы можем через него обратно возвращаться, не через этот Хардстоун. А где он в Штормграде будет, это ваш Харрисон Джонс? Алло. Вот тут есть портал подземный, да? Где-то та. Алисия. Шок, так что трати. Запределье, что? Пусть запределье, блин. Какие так и всты тут в Штормграде стоят непонятные. Так, а кто здесь у нас? Турлеон? А чё ты не в The War Vizine? Чё, Лерия сама должна там с Лотат справляться? Так, нам не сюда вообще. Куда нам? А, здесь где-то проход направо должен быть. А кто-то сюда. Вот, там какая-то библиотека. Так. О, Харрисон Джонс. Учителя-археологи. Археология ищет факты, не истину. Если тебя интересуют поиски истины, философский кружок Кади Нордингер дальше по коридору. Советую забыть все эти бредни о затерянных городах, экзотических путешествиях и хрустальных черепах. 70% всего своего времени ты будешь проводить в библиотеке, листая пыльные тома. Мы не можем себе позволить опираться на мифологию. Ну что же, на следующей неделе Танарис... Начнем с раскопок у разбитой колонны. Там работает Марван Калипальщик. Кстати, да, если у кого-то возникнут какие-то вопросы, есть еще 1,5 часа, я в библиотеке. В катаклизме же добавили археологию как новую профессию. Обратитесь к учителю, чтобы освоить археологию. Эта профессия позволяет искать сокровища, открывать тайны древнего мира. Блин, ну... Можно не надо? Добрый день. Это не пирамида. Счастливого пути. Ульдум? А что с ним? До встречи. Встреча с караваном. Пирамиду, что стоит на террасе дворца в Ульдуме, можно использовать как некое супероружие, которое может положить конец всему живому в Азероте. Арисон на минуту задумывается. Ты должна продолжить то, что начала. Отправляйся в южную часть Калимдора, в пустыню Танарис. Вот-вот оттуда уйдет караван в Ульдум. Может быть, они возьмут тебя с собой? Так, а можно я не пойду в Ульдум? Можно я подземья так заверфу? Чё, а где я вообще? Каменный владение, средний столб. Чё от мне дали? Какой-то караван, да? Средний фрагмент столпа мира. Речь с караваном.
Встреча с караваном. Что это? Куда меня завели? Вот бы это начало Ульдума. Нет? Не здесь. Что это за квест, блин? Не здесь. Это какая-то цепочка? Или что это? Да. Я не хочу это делать. Я не уверен, что это. Мне нравится неуверенность, если заглянуть в воды предвидения. Это тоже какая-то непонятная хрень. Блин, это бесит то, что непонятно, что это. Не хочется из этого делать ничего. Так, вы куда нас отправили? Танарис нам что-то сказали. Блин, я не хочу в Танарис. Ну какой Танарис? Это несерьезно. Блин, одним глазком глянем, что это или не надо. Давайте я погуглю, наверное, что это, потому что не охота какую-то хрень делать внезапно. И вроде это не что-то гипердлинное, там всего пару цепочек, как будто бы. Точнее, пару квестов в этой цепочке осталось. Ну, давайте посмотрим, что это, к чему нас ведут. Это пароход. Всегда тут был? Там, видимо, сюда. Или на кактус какая-то действительно. Так. Верблюд. Кодуем. Что тут делаете? Кто вообще такие? Маг? Самир? МДД? Леди Горбушек. Адара. Как? Что это? Я прислал Харрисон? Какое счастье. До встречи. Легкие деньги. Приветствую. Чтобы тебя не привело, хорошо, что ты здесь. Мои друзья с этим, конечно, ни за что не согласятся, но нам бы совсем не помешала помощь. Открыто досель неизведанный древний регион. Ульдум. Сокровища, о которых ты и мечтать не смела, сами просятся в руки. Нам бы только провожатого, а то мало ли, бандиты, все такое. Ты ведь составишь нам компанию, правда? Все, что сумеешь унести, твое без разговоров. Счастливо. Спроводить караван. Караван доведен до места. О, я на верблюде поеду. Ой, мультик. Давайте мультик. Никто не смеет садиться на госпожу. А где звучик? Окей, ладно. И что это? Окей, ладно. Анимация не прогрузилась, и она так и едет. Это что такое? Ты кто? Засада. В атаку. О, я по-моему, понял, кто это. Я в Хардстоуне их видел. Я не помню, как это называется. А, пигмеи, точно. Интересно, сколько за них можно получить чего-то там. Там точно сюда? Как будто бы это начало Ульдума, да, а не подземья. Бы 5 легко отвалил, балда. Угу. Чем меня сюда прислали? Тебе что-то нужно? Такое чувство, что в этой камере недавно кто-то уже был. Мерзость какая. Открываешь? Отлично. Свобода, ура. Тюремщик? Заняться им? Хорошо. Я с тобой, я за спиной у тебя. А, так, что там говорите? На помощь каменному очагу. Отлично, погнали. Поможем каменному очагу. Так, это отстань. Тоже непонятно, какой-то квест. Так, на помощь каменный очаг где-то здесь. Блин, красивые, кстати, конечно, разрушенные структуры. Я знаю, они изначально в катаклизме также выглядели, или все-таки... Графика чуть позже подтянулась до такой красоты. Неясно.
Можно, конечно, попробовать по классическим аддонам ориентироваться, но мне кажется, классические... Надо, на самом деле, знаете, не по классическим аддонам ориентироваться, а по видео, которые были в актуальное время записаны. И, конечно, качество может быть немного низкое, из-за того, что тогда не умели в высоком разрешении ничего записывать. Не знали как там, вот это все такое, да? В целом, можно что-нибудь такое высококачественное найти. Так, землелом. Нас как раз кидаем, там одного земельника спасали. С помощью гоблина. И нас в эту вот область отправил к рекрушитель скал. Не помню кому, короче, кому-то отправил, да? Так, ты что скажешь? Ты что-то ищешь? На помощь каменному чуму. Тебя прислал Флинн, сын отца скалы. Нет времени на разговоры. Нужно победить их до того, как они получат подкрепление. Да но... Грот обвалов. Прежде чем ты поможешь нам здесь, тебе нужно справиться с войсками Матери Скалы. Блин, так и думал, что здесь будет Терезан. Потому что, короче, да, они разделили... У них есть 4 новых элементаля, они в каждую локацию... Единственное, что локации, я думал, типа 4 локации, 4 элементаля. Но у них 5-я локация появилась, подземья. Для меня она была лишней, но по итогу нет. То есть у нас было в огненных... Ой, в огненных... На горе Хиджала Рагнарос в своих огненных просторах. А в Айшире мы встретили... Нептулоном. Кстати, по-моему, не встретили, потому что катсцена с ним вырезана из игры. Единственная. И мы его по итогу не встретили. Но он там должен был быть. Вот. И здесь, получается, под землей встречаем Терезан. И в Ульдуме мы должны встретить Алакир. А Сумеречное Нагорье осталось, но там, видимо, нету никакого элементаля. Там будет у нас Чугал. А, так, матери Терезан к югу отсюда. В гроте обвалов собираются элементали и великаны. А, им тоже нужен центральный фрагмент столпа мира, если они нападут на нас во время нашей битвы с каменными трогами. Мы не сможем дать им отпор. Я отправил вперед верховного геоманта, найди саланца плывуна и сделай все, что он скажет. Удачи! Удачи! Так. Земля зовет. Они посмели взять в плен нашего короля. Мы отобьем каменный очаг и затем двинемся на передовую, чтобы сокрушить каменных трогов. Земля в собственном доме. Путь. Земля укажет путь. Так, а мне что мне сказали, это был? А, кого-то найти. А, куда? Подкрепление на эти фланги. Эти драконов? Что это? Так. Чел сражается, какие-то руны под ними непонятные. Нам куда-то туда. Роги. А что мы за цепочку делаем? Чисто ради интереса. Вот это, да? Средний фрагмент. Хорошо. Средний так средний. Так, я это аккуратненько туда. Блин, противно то, что заспойлерились, я ульдум. Ну, блин, я откуда понимаю, что мне дали за квест. Это просто меня в ульдум таким образом отправили, да? Алло? Монахи не сюда. Сланц плывун. Верховный геомант. А грот валов. А где озвучка? А хорошо, что ты здесь, Китана. Если мы хотим предотвратить атаку сил Терезы, нужно действовать быстро. Что-то не мой какой-то. Да, ничего нам не говорит. Ну и ладно.